Друзья, всем привет. Вот так вот выглядит одна стойка, которую мы забрали недавно на одну из точек. Вот, придумал я, что можно будет сделать из нее. Так что, кому интересно, подписывайтесь на канал, чтобы узнать, какие дальше будут события, что я буду дальше с ней делать. Вот, а сегодня мы с вами рассмотрим прибыль, которую мы проинкассировали со всех автоматов. Получается, было у нас 5 точек. Вот как раз одна из точек, которую мы убрали, это вот он сам аппарат. Вот. И дальше вот они остались. Самая маленькая, которая нам меньше всего прибыли приносит. Ну и вот самая большая, крупная точка, которая там принесла нам 10 тысяч прибыли. Чуть больше даже, а чистыми там 6, около 7 тысяч, что ли, если не ошибаюсь, вышло. Общую сумму, которую мы проинкассировали, составляет 25 177 рублей. Это уже учитывая те свертки, которые нам кидали, рубли, обернутые в бумагу, там всякие десятики и так далее. А чистыми составила прибыль 16 856 рублей. Сейчас мы эти деньги будем фасовать вот в такие пакетики. Вот они по 2000 рублей в каждый пакетик. Вот такая вот, ребят, куча десяток, которую мы проинкассировали за март 2022 года на сумму 25 тысяч рублей. Это вот как раз те рубли, которые нам закинули. Это еще даже не все, там еще были десятики, пятидесятики, которые нам закинули в каждый аппарат. Итак, друзья, расфасовали десятки по пакетам, в каждом пакете по 2000 рублей. Сейчас это все убираем в коробку и будем копить определенную сумму денег, чтобы пойти в магазин, обменять столько десяток, посмотреть на реакцию людей. Всем, кому интересен данный канал, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем пока.